Хотел бы рассказать о модели двери Monolith, Monolith Muscle. Ну, точнее, разница между моделью Monolith Muscle и именно модели Muscle, Muscle Mechanic или Muscle Smart. В чем это отличие состоит? То есть это, данная модель — это Monolith с усилениями Muscle. То есть некоторые части у нее взяты от модели Muscle Mechanic, ну также и Muscle Smart. Замки защищены также пластинами калеными полностью на весь корпус замка. Только если в модели Muscle это идут 12-миллиметровые каленые пластины, то в модели Monolith с усилениями Muscle они идут 6-миллиметровые. Как на верхнем, так и на нижнем замках. Также установлены фирменные, как декоративные накладки, так и броненакладка фирменная Monolith. Также установлен цилиндр Abloy Protect 2. Это то, что у них общего. Нет сплошной фирменной планки Monolith. Также применен 50-й уголок на полотно. В отличие от Muscle, там применен 60-й. Усиление замковой зоны здесь очень схоже, но они также как бы немного меньше. То есть замки защищены с внешней стороны 10 мм металла обычного, плюс, как я уже заговорил, 6 мм каленого. Снутри замки обтянуты также 6 мм металла. Немного меньше противосъемов, антисрезов в модели Monolith с усилениями Muscle, их 4. В модели Muscle там их 6. Рама выполнена с 5-миллиметрового металла. Также есть защита ригелей. Она тоже идет сплошная на оба замка. Также дверь оснащена фирменной перезапорной системой. То есть после того вы закрываете верхний замок, и нижним замком вы блокируете ключевое отверстие верхнего. Ну, как бы еще отличие такое, одно из немаловажных, разница в цене у них тоже существенная.